Я не верил ему. В такое нельзя поверить. Но Хан не обманул меня. Эта странная река вернула меня в прошлое. В миг, когда я послал сигнал и уничтожил всех черных. А потом вышвырнула меня в место, где я могу найти единственного живого из них. Беспомощного и безобидного детеныша. Хан назвал его последним ангелом. Нажмите любую клавишу! А, это не то я прочитал! Поезд в будущее, в смысле! По-моему, эту миссию показывали в трейлере. Сейчас не в трейлере, а в геймплейном ролике Metro The Last Light давным-давно. Сейчас будет, надо будет гнаться на дрезине за поездом, потом перейти на поезд и уже на поезде всех замочить. Если эта миссия называется погоня, то здесь есть ачивка, которая дается за то, чтобы убить всех красных. А давайте, пока ничего не происходит, посмотрим, как она называется. Да, погоня. Поезд должен быть где-то рядом. Я это чувствую. Почему я не могу глушить и прямо сейчас снять? Это же несложно. Это он! Мы не ошиблись! Давай, подрезай его! Красные! Я убил всех? Держись, Артём! Нихера себе! Привет, чуваки! Привет, 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 как дела? Чёрт! Держись, Артём! Давай! Не дадим нас обогнать! Вот по-моему, всех убил! Как только поравняемся с поездом, перепрыгивай! Иначе остановить его нам не удастся! Окей, босс! Красные! Они уже на поезде! Пойдём по параллельному... Ух ты, как его убил, так классно, а! Я перепрыгнул! Он. Скоро пути сблизятся, Артём. Тебе придется прыгать. Иди в вагон с клетками и освободи черного, а потом рви стоп-кран. Я окей, постараюсь босс. Не отстать. А где стоп-кран? Сзади или спереди? Я не помню. Давай, пошел! Пошел! Пошел, пошел! А мне назад пройти не дадут, естественно, да? Нет, здесь это не такая же легкая ачивка. Да, там сзади ребятишки остались, так что уже не получил. Фак, 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 фак! Козлы! Вау! Как он перекувырнулся-то в воздухе, а? Что? 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 Я почитаю, извините. Ладно, давайте потом почитаем. Когда будет более-менее спокойно. Отлично, здесь не могу лампочки разбить. У меня какие-то странные графические эффекты здесь. Я сам себя уже не слышу. Козлына! Но эта музыка не подходит этой игре. Она какая-то слишком эпичная. И я только что застрелил этого чувака взад, вы видели? Козлына! Привет, твои... Что? Как же, как поживаешь? Как сам, как дела? Ау.
Ау, мои уши, ау. И чё? Мама! 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 Артём, мальчик мой, какой ты большой стал. Мама, мне страшно. Не бойся. Ничего не бойся, мой милый. Мама, не уходи! Я совсем один. Ты не один. Ты первый. Мы помнили тебя и ждали. Мы могли помнить мысли всех наших. А ты всех убил. Нет. Теперь я один. Не ври. А, отлично. Игра меня поимела. Я этого не делал. Эта игра сделала. Да, но он как бы мертвый, я думаю, ты ему этим не поможешь. О, я не убил всех красных. Конечно, я не смог убить его. И пока я сам жив, пока бьется мое сердце, я буду его защищать. Хан говорит... Мы как-то сможем использовать его, чтобы остановить войну. Да, он способен творить чудеса, но я не хочу его использовать. Его война кончилась, когда я навел ракеты на его дом, на его семью. Ну, я навел и их сбил, как бы, но игра сказала, что по-другому. Я знаю, что я задолбал это повторять, но я этого не делал! Я не делал! Меня поставили! Меня поставили, это был другой Артём! Нет, это был Артём! Глава ребенок, короче. Неплохой противогаз, чувак. Поэтому ты меня уж извини. Но я могу упасть вместе с тобой. Вверх. Воздух. А, он сам идет, даже его вести не надо. Черный. Вверх. Тут хорошо, вокруг сияние, внизу трудно дышать, плохо жить. Ты меня отпускаешь? Ты меняешься. Я буду идти там, где сияние, но рядом с тобой. Мне, пожалуй, нужен новый противогаз. Слава тебе, Господи, тут валялся противогаз свежий. 18 на 18 минут у меня есть еще противогазиков. А мне противогаз-то не сменили мой? У меня же... А, или это я сам не сменил. Тот, который я сломал. Эй, бобрята, как дела? Ух ты, я даже не увидел, что... Ладно, неважно, неважно. Естественно, сюда мне не дадут пройти, да? Может, я нырнуть могу? Я... Нет, нельзя. Ой, а. Саново бич. И чё ты подпрыгнул под конец своей жизни? Тупой и бессмысленный. Валите нахер! Чё вам надо? Вышел прогулять? Нет, сразу... Сразу нахер приходит. О май факин гад. Сломо! Не понимают, как ты видишь. Боятся. Устал. Ну, молодец. Так я как бы их и так видел, ну ладно, неважно. Устал! Господи, кто подбирал актера этому пришельцу? Ну серьезно!
Что это? Это самый убогий голос, который можно было подобрать. Ты и другие люди сильные. Вы можете убить всех. Да, у меня какие-то артефакты страшные в этой игре. Я пойду с тобой. Ты знаешь, нужное мне. Пока не могу понять. Что-то важное. Моя система, видимо, не предназначена для этой игры. Но, по крайней мере, запускается все и не глючит. Ну, иногда поглючивает, да, но... Это же русская игра. О, привет! Это Ди Каприо? Как-то не очень бегать по талому льду. Вот я про то же. Откуда мухи зимой? Здесь много голодных. Считают тебя пищей. А я вкусный? Не, ну если я вкусный, то это комплимент. Вещи. Ну да, ты голый, ёпта, я экзибиционист. Как ты. А, ты перебежчик, да? Это я на всякий случай, вдруг они представляют угрозу. Какую-то. Вдруг они подойдут и будут высасывать у меня что-нибудь. What the hell? Похоже, мне в противогаз только что залетела муха. Плохо сзади подходить. Плохо. Плохо, я сказал. Плохой мальчик. Охренели совсем. Выключи свет и покойся с миром. Главное, свет выключи, а то, что с миром покойся или нет, это меня уже не волнует. Это, естественно, не открыть не могу, да? А, да, еще про того человека, который не мог подзарядить фонарик. Он подыхал от того, что... фильтр не поменял. Этого я... Нет, не подыхал. Он не сдох, он по-моему, полминуты не менял фильтр. Он задыхался, но его не менял. Я не знаю, он тралил всех во время стрима или что, но это было глупо. Плохой. У меня 40 секунд осталось, я вижу. 37. Смотри, я как ты. О май факинг гад. Ты убого выглядишь. Ну прям как все модные девчонки. Пришло время менять фильтр. Да тупая срань. Я просто шел по вагону. Хотя куда я шел, непонятно. Ну вот, теперь фильтр менять. Фильтр-то же засорился водой. Наверное. Берегись. Нахер тебя? О, это мини-титаник, окей, отлично. Fuck you, fuck you. Странный лед, вонючая физика. Ой, я подумал, что сюда не надо было идти. А мне сюда, наверное, и не надо идти. Мне налево. Да в жопу этих демонов! Они мне столько раз помогали, я не буду их убивать! И откуда здесь вагоны и метро, если честно? Чёрт! Где эта странная лестница? А, вон она. What the fuck?
там вонючая скотина? Ты что, еще не сдохла, что ли, а? Поганая креветка! Я с тебя суп сделаю! Ну, кстати, есть ачивка, называется «Суп, надо убить 5 креветок динамитом». Это не весело. Это не весело, ребят, когда гроза начинается, а я без зонтика. Какие высокие. Вы сделали город? Какой огромный. А почему теперь ваши внизу? Почему так мало? А может, ты перестанешь задавать вопросы и ответишь мне, кто ты такой? И откуда пришел? И откуда пришли, точнее. Странно. Глупо. Зло. Дебилы, я таких слов не понимаю.